Сегодня мы поговорим с вами о флагманской процедуре биозавивки волос. Итак, чем же все-таки отличается завивка от биозавивки? Главной особенностью биозавивки является то, что она более мягкая, более щадящая по отношению к волосам. В биозавивках не содержится аммиака, не содержится тиогликолевой кислоты. Это самые главные разрушающие компоненты, которые воздействуют на наши волосы. Еще одна особенность биосоставов в том, что в них содержится очень много ухаживающих компонентов. В зависимости от производителя, от состава, это могут быть биокомпоненты, составляющие кератина, которые насыщают наши волосы в процессе завивки полезными и приятными компонентами для ваших волос. С вами был Макс, арт-менеджер сети салонов Bianca Lux. И до встречи на нашей странице Bianca Blogger. Следите за обновлениями.